о тех, кто продает, для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения. Ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Мелочи, которые решают все. Бижутерия – вот без чего гардероб любой уважающей себя женщины не может считаться полным. Больше 1000 наименований украшений с натуральными камнями, аксессуаров для волос и сувениров предлагает Good Ear. Теперь он работает на втором этаже бутик-центра на Гагарина, 26Б. Кто сказал, что красивые и стильные вещи должны стоить дорого? В Good Ear все, что может сделать неповторимым ваш образ, продается за 200 рублей. Оранжевое настроение осени разбавляем сочными красками комплектов бижутерии из коллекции Good Ear. В этом сезоне носим крупные ожерелья, броские браслеты и кольца, гламурные серьги в винтажном стиле. Восточного шарма добавит серия бижутерии «Великолепный век». Изящные реплики османских украшений – героинь одноименного сериала. Верите в магию камней? Среди изделий с тигровым и кошачьим глазом, кораллами, нефритом и бирюзой, лазуритом и горным хрусталем, янтарем и перламутром вы обязательно найдете свой талисман. И не забудьте о расписных шкатулках для своих сокровищ. Здесь же можно приобрести и подходящую сумочку. Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным же приходится носить золото, сказала как-то Коко Шанель. Если вы согласны с изобретательницей маленького черного платья, вас ждут в Good Ear. Напоминаю, что магазин находится на втором этаже бутик-центра Гагарина, 26Б. Он немногим старше большинства своих воспитанников, но за 6 лет своего существования страну детства посетило более 2000 клинских малышей. Детский клуб «Намира 6». Давайте знакомиться. Страна детства начинается с мини-сада. Действительно, выход, если по каким-либо причинам ваш ребенок не может посещать обычный. В группах по 8 человек от 1,5 до 3 лет можно выбрать утреннее пребывание с обедом или без. Группа укороченного дня работает с 8 утра до 6 вечера. Карапузия – это для самых маленьких. Занятия проходят в игровой форме, вместе с мамами. Для карапузов до 3,5 лет создана и новая программа по развитию речи и творческих способностей «Я сам». Ребята постарше занимаются по программам «Заниматика», «Почемучки», «Всезнайки» и «Школа Буратино». В субботу в стране детства лепят из соленого теста и рисуют, в том числе и песком. Это уникальная авторская программа Оксаны Морозовой. Песок – это удивительный материал. Он манит детей, как волшебная палочка. Поэтому мы в детском клубе «Страна детства» используем песок как учебный материал. Мы учимся быть добрыми, быть дружными и веселыми. Мы учимся узнавать новое, путешествуем по разным странам, знакомимся с животными, с птицами, с окружающим миром. А еще самое главное – мы учимся быть добрыми и любить, уважать друг друга. Приходите на нашу программу «Детский клуб «Страна детства», и волшебная страна песочка будет рядом с вашим ребенком. Детский фитнес – физкультурные занятия, которые проводятся во втором отделении «Страны детства» на Гагарина, 6. Здесь же проводятся детские праздники и мастер-классы. Если вы заинтересованы в гармоничном развитии своего ребенка, социализации и его самостоятельности, заходите в гости. «Страна детства» находится на улице Мира, дом 6. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника. От первого шага до взрослого 40-го. Обувь в магазине «Модняшка» торгового центра «Клинский» – это не только размер, но и достойный ассортимент. Пинетки, сандалии, туфли, сапожки и валенки российского производства. Детская обувь на зиму. Может быть на размер больше, с закругленным или квадратным носом, рифленой подошвой и хорошей фиксацией. Это каждая мама знает. А дальше на выбор. Сапоги. Конечно, лучше из натуральной кожи. Она более пластична и обеспечит лучшее облегание по ножке. Но можно подобрать аналог из кожзама с натуральным мехом внутри. Сноубутсы. В наше слякотное предзимье. Дутики – универсальный вариант. Легкие и теплые, потому что внутри овчинка. Непромокаемые, благодаря прорезиненному верху.
Климатическая мембрана. Микроскопические отверстия поддерживают оптимальный микроклимат, поэтому ножки малыша остаются сухими и теплыми, даже при минус 10. Для суровых морозов лучше приобрести обувь с мембраной и овечьей шерстью. Ну и, наконец, валенки. С прорезиненным носком и пяткой, удобным голенищем и союзкой. Декорированы рисунком. Носить, не сносить. Зима зимою, а сандалии, тапки, чешки по-прежнему в ходу. Подобрать сменную обувь для сада и школы вам помогут в магазине «Модняшка» торгового центра «Клинский». А еще нарядные туфли к праздничному платью, украшенные блестками или стразами, с каблучком или без. Праздники не за горами. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!